В первую очередь хочу поблагодарить руководство Федерации футбола Казахстана, руководство ФИФА за помощь в проведении и организацию такого фестиваля женского футбола. Он в Актобе проходит впервые, я лично сам впечатлен его итогами. Вот уже несколько десятков девочек уже пытаются записаться в секцию футбола, это очень хорошо. Вот как нужно понимать, что такие фестивали преследуют в первую очередь две цели – обратить внимание на развитие женского футбола и популяризация этого вида спорта среди наших девочек. Вот также хочу выразить руководство, благодарность руководству детской юношеской спортивной школы номер 2 за то, что они предоставили поле, инструкторов. Вот, я считаю, что мероприятие прошло на очень высоком уровне. И самое главное, мы, принимающая сторона, получили от Федерации футбола Казахстана бесценный опыт проведения таких фестивалей. И мы планируем, может быть, в этом году уже начнем проведение аналогичных мероприятий в районах нашей области и в других частях нашего города, где имеются полноразмерные футбольные поля. Я хочу отметить, что Актюбинская область, город Актобе в частности, мы готовы принимать футбольные мероприятия, футбольные состязания на такие фестивали любого уровня. Мы, в принципе, доказали это и по матчам европейских клубных футбольных турниров, по матчам молодежной сборной Казахстана. Сегодня фестиваль. Еще раз подчеркну, что для нас это бесценный опыт. И еще раз спасибо руководству Федерации футбола Казахстана, тем специалистам, которые приехали, наладили здесь это мероприятие, провели его. Мы получили опыт, я думаю, мы уже будем дальше его передавать нижестоящим звеньям. Еще раз всем огромное спасибо. Мерекелік шарамызды өте жоғарғы дәрежеде өткіздік деген ойдамыз. Қыздарға, кішкентай қыздарға, қатысушыларға өте ұнады, бәрі қуанышты. 270-тен аса оқушы қыздар келді. Бәріне ұнады деп ойлаймын. Біріншіден, мына бүгінгі іс-шара өткізуге келген қонақтарымызға рахмет айтамын. Қош келдіңіздер Ақтөбе өңіріне. Өте қызықты өтті. Әрмен қарай бұл жалғасы бола берсін дейміз. Жылда осындай әдемілік өткізе берейін деп. Осы біздің Қазақстан Федерациясына, футбол федерациясына сәттілік тілеймін. Жұмыстарына берекелік. Әр жақсы болсын, Қазақстан алға дейміз.